История, окружающий мир, литература, классный час. Киноурок – это ресурс, который поддерживает работу классного руководителя и учителей школ. Воспитательная программа «Киноуроки в школах России» набирает все большую популярность. На платформе есть как сами киноуроки, так и вебинары с программами воспитания. Из них можно черпать идеи для классных часов. Киноуроки – это просмотр короткометражных фильмов, предназначенных для детей разных возрастов. Такие классные часы нацелены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание. К фильмам разработаны методические материалы по проведению классных часов. По сути, у классного руководителя есть готовый сценарий классного часа. Или хотя бы, по крайней мере, его хорошая основа, что очень облегчает нам работу. Кроме того, данный ресурс предлагает видеопрограммы, вебинары. Для удобства использования, конечно, необходимо зарегистрироваться на данном сайте. Ребятам очень нравится смотреть фильмы. Они очень активно участвуют в обсуждении этих фильмов. Я думаю, наверное, потому, что актеры в этих фильмах такие же дети, как и они. Они могут совершать какие-то хорошие, плохие поступки. С помощью ресурса «Киноурок» создание системы духовно-нравственного воспитания становится намного проще. Посмотрев фильмы, дети учатся оценивать и анализировать собственные поступки и поступки других людей. Учителя уже активно используют этот ресурс. Есть обратная связь, называется «Социальное партнерство». Там программа, да, социального партнерства, когда после просмотра фильма мы можем поучаствовать в каком-то общественно полезном деле и отправить это видео вот на сайт «Киноуроки в школе». Там оценивают, то есть мы даем самооценку своему делу, там оценивают эксперты, то есть это все выкладывается, и кто-то тоже может повторить. То есть вот это такая какая-то общая связь со всеми школами России. То есть ты, вот сидя в Великом Устюге, в 8-м Б-классе, мы можем, да, посмотреть, как это же самое реализуется, допустим, там, в Кировской области, да, где-то на юге, где-то еще севернее. Платформа «Киноуроки» удобна еще и тем, что фильмы можно смотреть дома, в школе, на перемене, на уроке. А после ознакомления к фильмам есть упражнения и тесты. Многие классы уже систематически занимаются по киноурокам на классных часах. Детям нравится такой формат получения знаний. Нам показывали про блокаду Ленинграда. Очень понравилось, так трогательно. Людям было очень сложно, они мало питались, им давали карточки на хлеб. И там была история про девочку, которая нашла карточки, вот, и вернула потом владельцу. Мне очень нравится то, что в них все кратко, понятно представлено, и на разные темы. Там учат определенной теме или доброте, или наоборот познавать, что-то рассказывают для нас, чтобы наш кругозор был больше. Ресурс «Киноурок» доступен каждому. Присоединиться и ознакомиться с нравственными короткометражными фильмами может любой желающий. Все материалы можно использовать онлайн или скачать себе на компьютер. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».